Так, ну чё, короче, давай сейчас сюда метнемся, переоденемся, нахуй. И начнем. В принципе, уже, блядь, всех поубивали, кого можно, как бы, я не знаю. Блядь. Блядь, какие же долбоебы, сука, это пиздец. Ебать. Блять, 30 лет, блять, он как ребенок себя ведет. Ебаный в рот. Ладно, похуй. Да иди нахуй, блять. Я и так у себя в районе, мне похуй. Чё там, чуваки, здорово. Дай шмоток мне, ебать. Чем могу помочь? Да давай любую шмотку, похуй вообще. Блять, аж спину хрустнуло, ебать. Смотри, у меня уже 54 тысячи долларов, бля. Нас. Так. Задание где? В арсенал оружия заехать, оружием затариться. Будет вообще все охуенно. Хопана. Вам нужно оружие или только боеприпасы? Сам заряди. Все? Да. Путаю, блядь, все время. Статистика, где я тут была? Статистика только что. Для вас мы открыт... Хуй не нашел. Так. Щедрая награда. Это не уж конец-то, блять, обрадуйте. Неужели это конец, сука? Ебать, я так счастлив был, если это конец, блядь. Неужели все-таки я за один заход, ебать, это DLC выбью полностью, блять. Я просто буду счастлив. Я буду счастлив, как пиздец, никто не был счастлив. Потому что мне еще надо конвертацию поставить, картинки делать такие, ебать. Что ты умеешь? Да. Я не сюда чуть поехал, туда. Да я-то скроюсь, хули мне, я вас, если надо, вас перекрою всех, блядь. Преследую! Шо там? Щедрая награда, Джимми, это Сэл. Я только что говорил с Тэмом Броди, он мне рассказал, как ты разобрался с Эдди Фу. Ты великое дело сделал, Джимми. Ты остановил войну, так что за нами должок. Один из моих ребят сейчас едет на железнодорожном мосту в Риверсайде. Ярко-красная спортивная тачка, не ошибаешься. Бабки в багажнике, и тачка тоже твоя. Спасибо, Джимми. Заходи в гости как-нибудь, Мария будет рада тебя видеть. Заберите машину из Риверсайда. Окей. Кстати, тачка этого, кроме этого, блядь, Вито где-то здесь машина, эту квартира стояла. За период всей игры ни за одно совершено задание не дали ни одного достижения, хотя их штук 10 или 15 сюда относится, ну штук 10 точно.
у меня! Да боёбка, блядь, сама виновата, куда она попёрла, блядь. Вот такая хуйня вот, чуваки, ёпта. Дайте нахуй. Заебали на меня, водить, значит, водить. А вы дохуя уже чего умеете, пидорасы, блядь. Да хуя вы не умеете, сука, ебать. Я вот, знаете, сколько людей, блядь, убил за все это дополнение, что он, блядь, на жопе волос меньше, чем сколько я китайцев одни крыши убил. Реально дохуя, очень много, ебать. Неплохо-то. Где машина-то? Чё за наебало? Здесь что? И что тут? Давай посмотрим. А капот не открывается, нахуй. Бля, могли бы ключи оставить ради приличия, ебать. Никуда ее девать. Блять. Выходите из машины, руки вверх. Это что, подстава, что тебе? Бля, вот не бы так ездил тут, как он, блядь, дрифтует нахуй на поворотах. Пиздец. Все потому, что я расслабился. Я так увлекся подчисткой для моих заказчиков, что не понял. Осталось подчистить только меня. Подставили меня на славу. 15 лет за наркоту в багажнике. Да. Почему просто не убрали? Видно, смельчаков не нашлось. Ну не дураки, а. Они знать не знают, что будет. И все прошел, что ли? Ну чё, чуваки, я все прошел. Больше проходить нечего, смотрите, заданий больше нет. Получится такой коротенький финал на 8 минут. Все, дополнение Вендетта Джимми пройдено. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока. И честно говоря, чуваки, я заебался. Я заебался как сука. Но я сделал все. Увидимся в следующем дополнении. Всего доброго.